Сегодня, 14 мая 2023 года, погода преподнесла жителям Тольятти очередной сюрприз. В городе и окрестностях прошел сильный грозовой ливень с градом. По словам очевидцев, стихия обрушилась в Автозаводском, Центральном районах и в селе Новая Васильевка. В социальных сетях тольяттинцы делятся фотографиями, на которых видно, как дороги и дворы засыпало градом размером с крупную горошину. «Пора снегоуборочную технику выгонять», — шутят в комментариях. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится до конца дня. В некоторых районах Самарской области дождь, гроза, град и порывистый ветер до 15-20 метров в секунду сохранятся и вечером. Кратковременные дожди, малооблачно, куда там, да, малооблачно.